Юноармейцы Мариэл в преддверии учебного года отдохнут, и не только. Целую смену в военно-патриотическом лагере на базе санатория «Каменная речка». За время работы лагеря ребята не просто подышат свежим воздухом и наберутся сил, но и научатся обращению с оружием, основам рукопашного боя и метанию гранат. Подробнее о работе лагеря далее в нашем сюжете. В Каменной речке собрались 20 молодых ребят из разных районов республики, чтобы освоить основы военного дела. Знания, которые они получат здесь, не преподают на уроках ОБЖ в школах. Предметы НВП или начальная военная подготовка в обычных школах нет со времен развала Советского Союза. Вот и получается, что только такие специальные лагеря могут научить ребят основам уже выбранной будущей профессии. У нас здесь ребята собрались со всей республики. Мы проходим с ними подготовку военную, спортивную. Такие направления, как строевая, огневая, боевая, воздушно-десантная подготовка. Кроме этого, мы также не исключаем спортивные подвижные игры, это футбол и волейбол. Те ребята, которые пройдут полностью эту всю подготовку, на будущий год они поедут в лагерь «Гвардеец» в Приволжский федеральный округ. А там уже будут они полноценно проходить всю подготовку, соревноваться с ребятами из других республик. Вот, и надеемся, как и всегда, занять призовые места. Стоит отметить, что с юноармейцами проводят занятия не только по спортивной подготовке, но также и уроки патриотического воспитания. Вчера буквально мы проводили с ними занятия по общественно-государственной подготовке, которых я, в принципе, узнал из ребят, которые здесь существуют. Они куда-то все потом целенаправленно поедут учиться. Либо военные институты, Министерство обороны, МВД, ФСБ, МЧС. Есть у ребят желание посвятить свою жизнь Родине, службе Родины. Вот. А для начала, чтобы, так скажем, и дети, которые, и ребята, которые здесь есть, они должны узнать, что такое, так скажем, немного армия, из чего она состоит, к чему она идет, какие у нее функции. Вот. Первое мероприятие, которое вот они здесь узнают, это вот и как и оружие, как и огневая подготовка, это очень дает больше плюсов в армии. Причем на голову, который человек приходит, он уже знает, из чего состоит оружие, из чего оно сделано, какая скорострельность у него, потому что 23 числа у них будут реальные стрельбы, которые будут происходить на пути войсковой части 34-096. Там ребята реально будут стрелять из боевого оружия. Лагерь юных армейцев будет работать на базе санатория «Каменная речка» 6 дней. Напомню, что те ребята, которые показали себя лучше всех, отправятся участвовать в соревнованиях юноармейцев и посоревнуются с участниками из других регионов Поволжья в будущем году.